варю на грильке кашу утреннюю, овсяную кашку молочную варю. Здесь Пека мой делает мелкий ремонт. Сломалась у меня старая эта, как она называется, вот эта покрышка. Ой, не покрышка, но закрывает цепь, которую. Вот ему надо новую, купил новую оставить. Старая отвалилась, у меня вообще все успеет. Ой. Даже купить. Моя грилька такая, с таким отделением. Вот на ней я на террасе готовлю. Моя рабочая терраса. Так, закипело. Сейчас я выключу. Выключу, накрою. И пойду в свой участок. Вот. Ой. Вот с этим велосипедом все занято. Пойдем. Ну, самое. И вот эта торцевая поляна. Газонка выросла так несколько раз. Чисто. Ну, раза три уже косил газонокосилкой. Вот всходы моей этой. Вот там, где я садила ромашки, кидала семена, видите, всходы есть. А вот здесь другие полевые цветочки. Пока всходов нету. Попозже будет, что ли. Но все равно появится. Полянка уже такая красивая. Это вот мои смородины красные. Наверное, в этом году ягодка будет. Но в прошлом году тоже уже была ягодка. И на тех, на черных есть. Вот эта полянка уже заросла капитально. Да, она красивая. Наша сосна. Там уже вот деревья покрылись листьями, видите, сразу. У нас получается на торцевом участке через дорога проходит, и сзади стена, зеленая стена. Какая природа красивая. А этот участок, видите, за счет того, что разные работы здесь производим, травка не выросла, но вырастет. Тоже будет такая же вот густая трава, как там. Но это надо время. Здесь она. Из-за того, что мы там рубили, пилили дрова. Это вот куст. Где-то я видела на одном кусте желтый цветочек. Это тоже другая торцевая полянка, тоже зеленая. Тоже красивая. Какая она зеленая. Красота. И та часть вот через дорогу тоже зеленью покрылись, и деревья. Видите, это кругом зелень. И там эти наши. Вот и зимой зеленый. Вот здесь. Здесь с кусочками старой. Потому что Пека косит и не складывает, ну как бы не надевает мешок, куда эта травка старая должна складываться, потом ее выбрасывать туда. А он этот не надевает, и трава тут же падает. И поэтому так некрасиво. Я его ругала уже за это. Это вот наша такая черника. Вот эти два декоративных куста.
Вот такие красивые. Ну, они вот прямо, когда я покупала, они прямо там деревцами. Не знаю, когда у меня будет дерево. Сюда вот я пересадила. Пересадила вот эти сентябринки. Я не знаю, вырастут они или нет. Сентябринки. Но золотые шары уже начинают подниматься. Ну, эти вот тоже, видите, цветы. Это полевая желтая трава. Вот эти цветочки полевые. Одуванчики уже вовсю. Наша кейну, качеля. Это вот одуванчики у меня здесь сбоку. А вот тоже один цветочек, видите, на этом кусту. Вот такие желтенькие цветочки будут. И вот мои. Ой, смотрите, какая прелесть. Анютины глазки как разрослись. Здесь бегония. Но я ее что-то купила. Такой цвет непонятный. Она, наверное, еще разрастется пока вот. А это, видите, георгин. Здесь розовый георгин был. Такой светло-светло-светло-розовый. Сами георгины отцвели, а другие вот на подходе. Вот-вот уже бутоны надуваются, скоро будет, но что-то слабенький куст. Вот это разрослась немножечко. Бегония. А вот этот георгин желтый. Этот куст я покупала в два раза дешевле, чем тот. И здесь смотрите как. Те уже отцвели, ну как бы они стареют же. А новых уже сколько георгинов. Куст растет. А тут нифига нету цветочка. А это хорошо растет. Вот такие глазки желтые. Вот, вот так вот, если визуально, то самое хорошо анютины глазки. Прелесть. На следующий год, наверное, не надо никаких георгинов. Вот анютины глазки и бегония. Что-то тоже сильно. Что-то у меня не очень. И вот моя георгины, вот так вот, ой, георгины, говорю, ой, комары, комары запарили. Это ночью был дождь, поэтому сильно так много комаров. Видите, это антелия. И тут, как они, в центре я посадила хризантемы, вкус. Но, видимо, она не рассчитана расти. Или она вот мокрая, и то, что вчера ночью был дождь. Такая вот. Какая-то на вид не очень мне нравится. Это от дождя еще. Но тоже белая такая красивая. Она такая какая-то немножко необычная. От дождя они немножко такие помятые. Ну и тоже клумбочка, видите, какая яркая получается. Вот какая красота. Ярко стало. Цветочки выросли. Ну не жалко, вот что тот георгин. Когда он силу наберет. А вот в этом. Вот это у меня, видите. Вот этот куст, какой я не знаю, посадил. Это, видимо, какое-то дерево, что ли. Какое-то. Я потом вырву. Беру. Немножко посмотрю еще. Пока пускай растет. Этот. Такая вот эта торцевая полянка тоже у меня красивая. Ну и молодые ели. Ели. Это вот молодые рост. Какие красивые ели молодые. Здесь травка, видите, она такая реденькая. Но вот здесь такая и будет. Она, в принципе, чуть гуще станет. Я сюда, знаете, и семена покупала, подсаживала. Привозили сюда мульта. Мульта называется, на вот эту землю.
несколько прицепов. Землю сюда засыпали и раскидывали семена, газонки. Но она все равно здесь плохо растет. Наверное, все-таки потому что в тени деревьев или почему. Она вот здесь газонка так только не растет. Такая здесь она и будет. А вот в этой части будет густая газонка хорошая. Надо вот только если бы Пека убирал сразу старую. Вот такая. Такое утро у нас. Это мои экибану из искусственных растений. Как говорится, искусственных. Искусственной зелени, языки.